Всем привет! С вами на связи Люси. Сейчас я вам покажу небольшой мульт. И как вы уже заметили, этот мульт посвящается нескольким дням из жизни стримера по имени Майя. Ну или как ее еще привыкли называть, БРМ или Ма. Ну что, погнали смотреть? Ма, теперь иди в ту сторону. Чат, только не подсказывать. Я знаю, что вы знаете. Вы молодцы, вы умнички. Стример тоже сейчас догадается, потерпите. Мы сейчас все найдем. Ну, ма, можно я скажу, где она? Можно я скажу? Чат, нет. Даже если очень хочется спойлернуть. Держите соседа за булочку и держитесь. Сейчас все будет. Я уже принципиально хочу ее найти. Чат держит друг друга за булки. Я могу и сам себе за булки подержать так-то. За мою булку только мама может ухватиться. Остальным нельзя. Они только мои. А я могу и отдельно в углу постоять. Не надо мне ни за что хватать. Мистер кто? Отставить. У нас тут булочный штурвал, между прочим. Тебе так просто не отвертеться. Интересно, где же эта батарея? Куда ее засунули? Вот уж эти разработчики. Что у вас тут за паровоз получился? Не хочу ни за чьи булочки хвататься. Да я и свои никому не дам. Держите дезертира за все булки, что у него есть. Да! Держите предателя! Держите предателя! Соседа уже вмятина от пальцев, и красная жидкость вытекает за силу сжатия. О, боги! Чат, ну потерпите еще немного. Понимаю, это тяжело. Но если уж совсем накипело, схватитесь за булку соседа и держитесь. Не сдавайтесь. Ай! Кто там так сильно за булку ухватился? Ма, скажу лишь, что ты много раз проходила мимо места, где лежит батарея. Мне кажется, истина где-то рядом. Ангер, найти-то ее можно. Вот только потом надо понять, как ее забрать. Куда ее засунули, а? Ма, подумай, где ты уже много раз проходила? Где есть много контейнеров? Но где ты их еще ни разу не двигала? Стоп, что? Я же тут 1000 раз проходила. Какого? Та-дам! Кто прячет запасные жизненно важные батареи за контейнерами? Вот кто, скажите? Это же жесть. Чат. Мы никому не расскажем об этом стриме, поняли? Ты хочешь тут перепрыгнуть? Я не пойму. Может, мне на него прыгнуть нужно? Серьезно? Нет, серьезно? Так, чат, я ненадолго. Сейчас вернусь. Чтобы ту финтифлюшку сделали больше.
Вы меня поняли? Ну все, чат, вот я и вернулась. А, ты куда ходила? Курьер приезжал, еду привез. Нужно было забрать. Итак, чат, на чем мы там остановились? Погнали дальше. Я начал за голожопика играть без прокачки и убил первого босса без смерти. В итоге убил 5 боссов. А еще... Так, хватит меня унижать, понятно? Я еще никого толком не убила, иду дальше. Все, чат, можете послушать его в другой комнате. Убили они всех, вот убивайте дальше. С закрытыми глазами игры проходите. Раз вам так уже легко, блин. Тут 2 часа сидишь на одном рыцаре. Ну ладно, мы позже к нему вернемся. А я убил 5 боссов. Вот и молодцы. Можете еще 5 игры проходить. Ужас какой. Да ты неправильно расставляешь героев, неправильно их прокачиваешь, неправильно ходишь в игре, слышишь? Вот я сделал все правильно. А ты меня игноришь. Вот у тебя ничего не получается. Лучше прислушайся. Чел, знаешь, как я это слышу? Значит так, девочка моя, слушай меня сюда. Я тут все... Я знаю все абсолютно. Ты вообще не так играешь. Ты вообще не туда ставишь свои фишки. Вот зато я знаю все. Я такой молодец, такой классный, ты просто не представляешь. Раздаю бесплатно, бесплатные дротики, берите, не пожалеете, бесплатные дротики, бесплатно. А зачем нам дротики? Ну, знаете ли, когда захотите высказаться, очень помогает снять стресс. Куда их метать? В стримера, что ли? Нет, ты что? Тогда кто вам будет делать контент? У тебя булочки из первого дня остались? Да, и много. Ну вот, берешь свои булочки и идешь в соседнюю комнату. Вот и все. Одним выстрелом 2 зайцев, так сказать. А если булочек не осталось? Ой, не переживай. У меня и булочки в наличии есть. Так, жду тебя тут, Нойз. Окей, бегу. Стой, тут кто-то есть. Там, где столб. Ау, где он? Это человек, походу. Он сейчас на дорогу выбежал. Ау, где он? У меня. В смысле у тебя? Вот это ты? Да. Это ты по мне сейчас стреляла? Нет, ты что? Я говорю, где он? Она говорит, вот он, на дороге. Ладно, все, собрались. Пошли назад, короче. До выхода осталось 6 секунд. Так, забор у КПП. Пошли искать забор. Нойз. Прости. В смысле? Я просто выхожу. Нойз, правда, прости. Да что это за издевательство такое? Ладно, так, собрались. Беги до угла забора. Какого забора? Так, я на локации. Куда мне бежать-то? Куда? Быстрее. У меня 7 минут осталось, пожалуйста. Быстрее.
Так, чатик, сегодня я решила, что мы перепройдем Dark Souls 1. Так сказать, вспомним старое и доброе. Точно, ты ведь его так давно проходила. Вот это ностальгия. Ма, помнишь, я начал тебя смотреть, как во времена твоего первого прохождения? Только всего случилось за все это время. Ты так выросла над собой. Как же быстро летит время. Да, и то правда. Столько всего произошло со времени моего первого прохождения. И то, и это. Ма, ну ты же помнишь, как мы с тобой познакомились, а? Да, я помню. Итак, чат, время сделать перерыв. Так-с, музычка, сцена. Ну все, я убежала. Скоро буду, не скучаем. Отлично, она ушла. Итак, чат, время пошалить. Я вам сейчас такое расскажу, своим ушам не поверите. Вы знали, что когда Ма родители привезли много куриных яиц, она мало того, что со мной не поделилась, она их каждую ночь укрывала одеялом и всячески за ними ухаживала. Я сам сначала не знал зачем, но потом она как-то раз рассказала, так сказать, понимаете, мысли вслух, что это для того, чтобы нас чат стал только больше. А еще я слышал, пока они разговаривали со своим братом по телефону, заметил, одна особенность у них имеется. Когда они начинают злиться друг на друга, она начинает называть его брат, а он начинает называть ее сестра. В немного грубой форме, если вы понимаете, о чем я. Вот еще что, кстати, знаете, что я заметил? Что когда Ма очень смешно, ну прям до истерики, понимаете, да? Ее смех напоминает крик чайки. А самое, что есть, правда, это не касается Ма. Знаете, не уйдите, пожалуйста, не могу. Короче, ник или псевдоним, так сказать, который придумал брат Ма. И не поверите, какой. Лев Гейминг. Вот он, Мора, прикинь, да? Ох, ну и посмеялся, надеюсь, вам тоже было приятно. Не могу. Мне уже пора, ребят, да. Жутко, конечно, с вами расставаться, но, увы, мне пора, друзья. И не забывайте, что было на миле, остается на миле. Ну и поржал. Вот чат, я и вернулась. Ну что, продолжим наше ностальгирующее приключение? Итак, погнали. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!